На конкурс дети читают стихи. Склярова Елизавета, 9 лет, город Москва. Светлана одинокая. Фотография вложена в старую книжку. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись. Зима, 43-й. И чуть ниже другая. Погиб, как герой. Сколько их безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну, и они, взяв винтовки в свои 18, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставалось без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы событий и дат. Словно в память о прошлом со старого снимка, улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой. Это значит, что он не сдавался. Это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая с собой отступивший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собою в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценней она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтоб мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц.